Еще до выявления коронавируса в Кыргызстане кыргызстанцы начали активно закупать товары первой необходимости, скупая все с полок магазинов, опасаясь дефицита продовольствия. Но на самом же деле границы закрыли только для въезда граждан. На сегодняшний день на контрольно-пропускных пунктах осуществляется пропуск большегрузных авто с продовольствием беспрепятственно. В день выезжать из Кыргызстана в пределах 100 грузовых транспортных средств, также где-то заезжать в Кыргызстан тоже в пределах 100 грузовых транспортных средств беспрепятственно. Грузовые транспортные средства пропускаются без каких-либо ограничений. То есть есть только в том случае, если они проходят дезинфекцию и тщательный досмотр транспортных средств. В этом случае только чуть загвоздки есть, а так ограничений нет именно грузовых транспортных средств. Вот так каждая машина, въезжающая на нашу территорию через КПП «Актилек Автодорожный», тщательно проходит процесс дезинфекции специальным раствором путем опрыскивания всех частей и механизмов транспортных средств. Дезинфекцию проводят сотрудники фитосанитарной и ветеринарной инспекции. Данный процесс по времени занимает 10 минут. Обрабатывается гипохлоридом кальция 0,5%. Одна машина дезинфицируется в течение 70 минут. Большие грузные машины. Колеса, рамы, легковые колеса. Особое внимание уделяется и водителю большегруза, который въезжает на территорию нашей страны. В первую очередь санитарные врачи измеряют его температуру и заполняют опросник. Они проходят сначала регистрацию, в журнале регистрируем, опросники у нас на них имеются. Все контактные данные мы берем у них, получается, они у нас на учете. И также температуру мы измеряем, у нас есть бесконтактный термометр, мы им измеряем. Из Курдая Бектурсун Сулайманов везет муку и рис, за которые на этой неделе наши граждане были готовы отдать свои последние кровные. На границе Казахстана ему пришлось простоять около 6 часов в очереди. Пока терпимо, говорит он. Ну, груз везем с Казахстана, с Курдая получается, рис, мука. На границе мы простояли где-то от 3 до 6 часов в очереди. В очереди стоим, проверяют пока отчет, но пока терпим. Если одни водители, томящиеся в ожидании, говорят, что надо ускорить процесс проверок на коронавирус, то другие хвалят Кыргызстан за принятые профилактические меры. Я могу сказать, что тут проверять? Лук-то чистый продукт. А что там проверять? Что ты к черту поставили? Вот дезинфекция машина ларда имела. Пистях-то это ляшли вот. Тут к черту. Киргизия вообще молодцы, хорошо. А в Казахстане там очень плохо. Быстро, молодцы. Киргизам претензий вообще нет. Очереди на КПП «Актилек Автодорожный» возникают также из-за того, что все остальные пункты закрыты. В основном через них большинство машин заезжали на соседнюю территорию. Джибек Шишамбиева, Джантай Макенов, Пирамида.